Машинно-тракторный парк «Чувашавтодора» пополнился 15 новыми КАМАЗами. Ключи от новой техники сегодня получили механизаторы районных филиалов. Гладкий асфальт и чистые дороги. Работу дорожных рабочих мы замечаем и отмечаем каждый день. Акционерное общество «Чувашавтодор» стремится сделать ее качественно и быстро. Многолетний опыт показывает, для этого необходимо поддерживать машинно-тракторный парк в боевой готовности. В прошлом году мы закупили 98 единиц автотехники на 270 миллионов. В этом году уже заключен договор на 100 миллионов. Сегодня первый этап, мы вручаем 15 единиц КАМАЗа в ключе. Вторым этапом в конце апреля у нас импортная техника, это асфальтоукладчик, импортные катки, автогрейдеры импортные. Ключи от новых КАМАЗов из рук заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Степанова и генерального директора «Чувашавтодора» получили механизаторы, которые будут на них работать. Железные кони прямо рвутся в бой с бездорожьем. Хотелось бы, конечно, оправдать доверенную технику. И стараемся, чтобы было меньше аварий. И чтобы наши дороги льдом никогда не покрывались. Чтобы был только асфальт. Еще раз асфальт. Впереди у автодоровцев горячая пора. Как только растает снег, начнутся ремонтные работы, готовые к новым проектам. Для этого достаточно и специалистов, и техники. На предприятии трудится около 1500 человек. КАМАЗы, вот, которые мы сегодня получаем, они имеют двойное назначение. В летнее время они участвуют на стройки, на строительстве автомобильных дорог и искусственных сооружений. А в зимнее время мы их можем использовать для содержания. У нас есть съемные пескоразбрасывающие устройства, которые в случае необходимости в течение 2 часов можно смонтировать на эти машины и можно использовать для содержания дорог. Новая техника приступит к работе уже завтра. И мы еще не раз увидим КАМАЗы и асфальтоукладчики, грейдеры и дорожные фрезы с эмблемой «Чувашавтодора» на наших дорогах.